Приветствую вас, дорогие друзья. В прошлый раз разобрали мы с вами упражнение «Самолет». Надеюсь, хорошо вы полетали, да? Удалась вся техническая часть полета вам. И поэтому переходим сегодня к следующему упражнению, самому грациозному. Да? Было самое красивое упражнение «Факир» из нашей гимнастики с вами. А теперь сегодня будет самое грациозное упражнение из гимнастики для шеи. И оно же предпоследнее упражнение гимнастики для шеи. Это одно из моих любимых упражнений, упражнение «Цапля». Это когда надо быстро проработать всю спину и не имеешь для этого возможности уединиться, просто вот сидишь где-то, вот упражнение «Цапля» идеально подходит, не сходя со стула, прям ее сделать. И очень хорошо, хороший достигается эффект проработки вот всех мышц от затылка и до копчика позвоночника. Значит, поэтому переходим к технике, переходим к выполнению. И будем сейчас разбирать с вами упражнение «Цапля». Итак, друзья, самое грациозное упражнение моей гимнастики для шеи, лечебной гимнастики для шеи, несмотря на то, что она красивая и грациозная, она еще и лечебная. Упражнение «Цапля». Значит, что мы делаем? Первое. Здесь нам применяется навык из самолета, когда мы сводим лопатки, да? Второе. Мы подаем корпус вперед. И вытягиваем подбородок максимально, да? Как вот цапля крылья вот так делает и тянется, да? Так же вот и мы. Ладошки параллельно полу. Смедены лопатки, вытянули подбородок. То есть у вас должно быть ощущение, что натянутая струна между кончиком подбородка и крестцом. Вот прямо от снизу спины до кончика подбородка вас вытягивает. Вот цапля. Лопаточки сведены, держим. Упражнение очень полезное, прорабатывает весь позвоночник от затылка до копчика. Можно, если хотите, до копчика, чтобы дошло усилие, податься еще вперед. Да? То есть тогда у вас еще ниже пройдет растяжка позвоночника и напряжение. И его можно делать, прямо не сходя с рабочего места. Появилась минутка, сделали. То есть одно из самых полезных и доступных упражнений. Но необходимо четко делать. Какие ошибки? Не сводят лопатки, во-первых, да? То есть просто руки развели, спина сгорблена, не держит осанку. Куда-то какая-то цапля пьяная получается там, да еще и вот так наклоняться вперед, да? То есть никакая не цапля. Второе. Вроде подбородок выдвинули, вроде лопатки свели, но вперед не наклонились, то есть сидят ровно. Все, это тоже ошибка. Чтобы растянуть и напрячь максимально, надо вот именно наклониться вперед, вытянуться, да, как вот представить, что вы цапля действительно. Вот они, две ошибки, основные цапли, которые необходимо помнить и не допускать в технике выполнения этого прекрасного упражнения. Ну и на следующем уроке разберем заключительное упражнение этой гимнастики, упражнение «Дерево».